Областное радио. Настроение классное, несмотря на дожди, которые пошли сегодня. Вот, 40 лет это не 40 дней, поэтому мы собираемся праздновать уверенно. Вот, ну, говорят, что это не какой-то круглый юбилей, но мне кажется, это хорошая зрелая веха. Конечно. Два раза по 20, так что мы уверенно оглядываемся на свою короткую, но довольно интересную историю, когда мы эти 40 лет назад начинались как городок специалистов вокруг Института молекулярной биологии, угу. который за эти годы вырос, конечно, в мировой центр вирусологии, биотехнологии «Вектор», ну и со всеми вытекающими последствиями, когда мы вокруг него создали научно-производственный комплекс, а это нам позволило еще и уверенно пробиться вместе с собратьями Подмосковья в такую особую категорию городов наукоградов, имеющих кремлевский президентский статус, их 13, и мы четвертый наукоград после Обнинска, Королёва и Дубны. И это открыло нам двери к новому развитию. На нас по-другому посмотрела и область, и как на хорошую точку развития. И мы за эти 40 лет вот своей короткой истории можем гордиться тем, что и медали и ордена наши ученые не зря получали и до сих пор за разные Гвинеи. И еще получат, мы уверены. Да, и получат наверняка, потому что такие вещи, как вакцина против нашумевшего вируса Эболы, только с кольцовской меткой выходит из России. Поэтому есть чем гордиться и нашим ученым. Ну, а мы, как и хотели, все эти годы разукрашивали ту территорию, чтобы наши специалисты не уезжали никуда, а жили здесь у нас. Поэтому, конечно, за это время и принимали жилье, и весь городок, и стали городским округом с полным набором всех полномочий и проблем. Поэтому прирастали новыми микрорайонами, новыми детскими садами, школами, стадионами. Поэтому наша задача, ну, вот, активно содействовать развитию наших ученых. Ну, во-первых, приятно, что мы один из ведущих наукоградов Российской Федерации, и наш центр мирового класса, я уже говорил, и те наработки наших ученых, которые продолжаются еще и в виде практической деятельности, вот пятилетие в этом году гуманитарной миссии в Гвинее современной, где целую страну спасли от страшной лихорадки, и подобные исследования продолжаются. Мы рады, что сохранились многие наши начинающие компании, превратились в миллиардные, такие как «Вектор Бест», где работает почти 1000 человек, 4 миллиарда оборотов, и это нарастает. «Вектор Биальгам», «Вектор Медика», многие вот новые фирмы к нам приходят, поэтому строится «Навител», IT-компании к нам активно приходят. Поэтому гордимся тем, что просто в тяжелые времена сохранили науку, дали новый толчок, а сейчас мы подхвачены таким уже новым облаком государственного внимания в виде «Академгородок 2.0». И вот тот проект «СКИФ», который к 2024 году должен быть построен, нас как новый инструмент дает нам синхротронный центр, дает уже нам как бы новое крыло развития и новый уровень коммуникации с Академгородком, новый уровень потребности Кольцова как научного центра уже не только в вирусологии и биотехнологии, где будут представлены самые разные науки. Не случайно мы уже получили и заказ там продумывать гостиничный ресторанный комплекс строить, потому что будет до 10 тысяч ученых приезжать к нам в режиме от нескольких дней до нескольких недель на разные исследования. Поэтому вот смысл наш, и если что-то удалось достигнуть, то только благодаря тому, что мы вот эту свою миссию научного городка очень четко блюдем каждый день и ради нее и работаем. А мы должны, власть, действительно создавать гармоничные условия, чтобы наши ученые не смотрели на Запад никогда. Они должны ходить в отличные школы, садики, а школу мы строим красавицу тоже вот в декабре будем сдавать с тремя спортивными залами, с бассейном. Ну, так, чтобы наши ребятишки получали специализированность, уверенное образование и поступали в науку дальше. Вот пример есть у нас. Генеральный директор «Вектора» Максютов Ренат Амирович, ну, просто продемонстрировал, как можно родиться в Кольцово, пройти ясли, детский сад, школу, физмат-школу, университет, аспирантуру, кандидатскую, докторскую, и в молодом возрасте, 37 лет, 36, стать генеральным директором такого центра. А «Вектор» — это наше все, что называется. «Вектор» — это мой.
помощь, конечно. Поэтому мы его и поздравляем тоже, как наше главное предприятие. До сих пор бегаю еще за медалями разных мировых и российских, и европейских первенств, и привожу во славу и Кольцова, и в области России эти медальки. Это, наверное, как пою в песне, не устану бегать по далям, лет так эдак, наверное, до 100. И на грудь сами лягут медали, лишь бы только звала высота. Поэтому вот это главное хобби. Ну, конечно, еще стихи, горные походы, которые тоже каждый май продолжаются. Вот уже больше 25 лет мы обходили тут и все республики наши, и совместно и соседние, и были два раза под Эверестом, и так что в этом году по турецкой тропе ходили с друзьями. Здорово. Так что это тоже это порождает новые строки, стихи, так что ну и, конечно же, вот внукам приходится уделять много времени, так что это... Но они в ответ отдают столько энергии, время, да. Когда ты просто заряжаешься. Конечно. Ну, я рад, что вообще стихи все эти годы со мной были, и даже вышли там 6 книжек стихов, но эти стихи мне особенно дороги, и поэтому даже пятую книжку назвал «А я тобой навеки окольцован». Окольцован, да. Вот. Но просто это стихотворение или песня начинается: «Среди полей зеленых и лесов растет науки мой любимый город. Мне рассказать о нем не хватит слов. Он выше их и выше всяких споров. Кольцова, 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 пусть говорят и спорят о тебе, а я тобой навеки окольцован». За это благодарен я судьбе. Первое областное радио.